Окрашены стены и потолки, установлены новые окна и двери и обновлены полы. Рабочие перешли к затирке швов кафеля. В Судакской городской больнице на финишной прямой капитальный ремонт стоматологического отделения. Все работы учтены проектировщиком со специалистами и, соответственно, выполнены по всем нормам СНИПам. А пока врачи принимают пациентов в соседнем хирургическом отделении. Стоматолог Татьяна Башкирова работает уже 26 лет. Она впервые стала свидетелем таких масштабных ремонтных работ. Были годы, когда у нас была, допустим, минусовая температура, даже в кабинете, и у нас не было окон нормальных. И я могла прийти в кабинет, у меня на столе мог лежать просто снег. То если сравнить те времена и сейчас, то, конечно, это небо и земля. Новое стоматологическое отделение создается по ведомственной целевой программе модернизации здравоохранения Республики Крым. Особой гордостью клиники станет рентген-кабинет. Современное оборудование выведет на новый уровень диагностику заболеваний. Были выделены средства на замену 4 кабин лифтов. И сейчас идет работа в Грушевке сельской врачебной амбулатории по доведению до федеральных стандартов нашего учреждения. Ремонт на объекте идет по графику. Работы выполнены на 90%. По линии Минздрава наша больница будет полностью отремонтирована в 2021 году. Для ремонта 4-го этажа из республиканского бюджета выделено около 1 миллиона рублей. Трудно поверить, но еще пару лет назад стоматологическое отделение находилось в удручающем состоянии. Но сейчас кабинеты обновили. Совсем скоро начнут завозить и новое медицинское оборудование. Капитальный ремонт планируют завершить в декабре текущего года. Следующий этап – ремонта детского отделения поликлиники. Султани Истакаева, Саид Влиляев, телеканал «Миллет».